Друзья, всем привет! Сегодня у меня небольшой тест на скорость. Посмотрим, насколько будет выжимать Pro Max SRX серии с 500-й гусянкой. Я замерял, было 83 километра. Вот. Хотя в характеристиках написано, что 65 километров максимальная скорость. Но это не так, он едет быстрее. За того, что здесь в коробке поменяли придаточное число шестерней. Здесь намного мощнее шестерни, значит здесь 460 кубиков в этом аппарате. Вот, и карбюратор стоит японский. Ну и сегодня еще я попробую забраться в крутую горку, посмотрим, на сколько он потянет. Здесь есть участок, очень крутой уклон, вот, хочу сегодня протестировать. Ну вот смотрите, довольно-таки крутой подъем, и снегоход преодолел. В горку неплохо зашел, мне понравилось. Большой уклон был, я думал, он не заберется, но вот одному получилось забраться, я думал, не получится. Сейчас я хочу заснять максимальную скорость, как он идет по липкому тяжелому снегу. Длина снегохода Pro Max серии SRX 500 2900 миллиметров, ширина 1050 миллиметров и грузоподъемность у такого снегохода 250 килограммов. Ну и ширина гусянки 500 миллиметров, как я и говорил в прошлых видео, высота грунтозацепа 19 миллиметров. Управляемость в принципе неплохая, радиус круга очень маленький получается. Вот, очень мягко идет по бугристым местам, заснеженным переметом. Стоят там две пружины под низом, за счет чего очень смягчает сам ход езды. Ну вот, друзья, 50 километров по мокрому липкому снегу, он в принципе идет, когда один. Вдвоем, конечно, будет идти намного медленнее, но тянуть будет. Максимально я его сегодня разогнал до 86 километров в час. Вот, вдвоем мы как-то разгоняли по накатанной, было примерно, ну, 73 километра в час. В принципе, достойный снегоход Pro Max серии SRX 500, отличный аппарат. Мне понравился. Следующие видеоролики, наверное, буду уже дожидаться морозов. Там уже поеду на рыбалку. Вот. А сегодня был небольшой тест.
Сегодня, конечно, мокрая погода, весь уже промок. В декабре месяце у нас, представляете, дождь идет. Ну, а следующее видео покажу органы управления. Нашел я несколько минусов у него. Это будет в следующих видео. Следующее видео будет про рыбалку и немного про снегоход Pro Max SRX 500. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока!